Как для железа нужно испытание, чтоб в деле трудном вдруг не подвести, так человеку Бог дает страдания, ты только верь, молись, терпи. И солнце выйдет из-за туч, и все осветит на пути. Благословения придут, ты только верь, молись и жди. Когда нет сил снести страдания эти, ждет лишь неизвестность впереди, Господь поддержит, даст тебе ответы, ты только верь, молясь, иди. И солнце выйдет из-за туч, и все осветит на пути. Благословения придут, ты только верь, молись и жди. В полете жизни может быть уныние, что от больших ветров не устоял. Достигнет цели тот, поднявший крылья, кто уповал, молился, ждал. И солнце выйдет из-за туч, и все осветит на пути. Благословения придут, только верь, молись и жди. Кто верит, молится и ждет, кто терпит и вперед идет, в конце пути войдет туда, где встретит Господа Христа.